Графика, юмор, душевность – все это в одном месте дело рук одного мастера – Ксении Демьяненко, художника, дизайнера и просто человека, который живет творчеством. Выставка ее работ открылась на 4-м этаже в городской администрации. Картины перекочевали прямиком из Фурманова. Там в картинной галерее было представлено порядка 80 работ. В Иванове – усеченный вариант, но все самое сочное и близкое автору. Здесь запечатлены такие очень достаточно скромные сюжеты, которые не видны на первый взгляд. То есть это такие маленькие радости, к которым нужно присматриваться, вот, которые не настолько яркие. И мне как раз нравится искать вот какие-то сюжеты вот в мелочах, каких-то небольших таких событиях, которые связаны и с моими родными, и с родственниками, и со знакомыми, как-то подсматривать за людьми и вот находить какие-то интересные такие сюжеты. Сюжеты скромнее действительно сложно придумать. Вот папа с выращенным на балконе луком. На первый взгляд мелочь и что-то мимолетное. Но именно из таких вещей складывается домашний уют, да и вся человеческая жизнь. Есть иллюстрации, серии, посвященные детям и пожилым людям. Здесь некоторый такой анализ сравнительный двух возрастов. Пожилых людей и совсем юных детишек маленьких. Есть мнение, что в этом возрасте, вот в этих двух возрастах, они похожи. И их мироощущение, мировоззрение. Карандаш, тушь, очень много работ со смешанной техникой. Эта выставка так или иначе подведение промежуточного итога творчества за 8 лет с университетской скамьи и до настоящего времени. Работ много и разных лет, в общем-то, здесь. Но видно, что один стиль все равно. То есть это один художник. То есть она нашла себя, в общем-то, в графике. Вот. И очень большой диапазон творчества. Тут вот и серии, и на бытовые, можно сказать, темы. Вот. И иллюстрации есть, и бытовые зарисовки, и жанровые, и городские. В общем-то, очень-очень талантливый художник. И я думаю, что большое будущее ждет. Очевидно совершенно. Выставка Ксении Демьяненко будет располагаться в Ивановской администрации до 26 сентября. Посетить ее можно с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов с предъявлением паспорта. Вход бесплатный. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.